Они ходят на протесты, как на работу. Пишут президенту и губернатору, посылают позорные грамоты валерьянку мэру Нового Уренгоя. Атакуют следственный комитет и ямальское представительство в Москве. Квадратные метры в обход закона требуют адских усилий и денег. На поезда и самолеты, гостиницу и еду, адвокатов и липовых правозащитников. Чего вы добьетесь, здесь стоя, например? Мы? Да. Правды. Вот это все отправим Путину, чтобы он знал, что с нами делает. Надежда Каштанова вряд ли напишет президенту о том, что ей давали жилье в Тюмени. Правду Путину не сообщит и этот борец за справедливость. Благодаря тому, что я еще добивалась, дочки добилась, себе добилась, теперь сын остался со своими детьми бомжом. Не работать ничего нельзя. Жить в двух квартирах, несомненно, трудно. С третьей станет легче. Многим из тех, кто так страстно кричит о нарушении их конституционных прав, власти не раз предлагали решить их квартирный вопрос. 5 семей просто отказались от переселения в Тюмень. С каждой семьей мы работали индивидуально. Люди приходили сюда на прием, говорили нам в глаза о том, что да, мы согласны переехать в Тюмень в готовое построенное жилье, которое округ передает людям в собственность. Приходили после этого через 2 дня и отказывались от переезда. Аргументация проста. Квартиры в газовой столице дороже, чем в Тюмени. Да и новое лицо ямальского протеста Жанна Белик подначивает. За нами квадратные метры. Нужно стоять насмерть. В городе Новом Уренгое отключено 23 дома от отопления. Там дети живут, там по 16 квартир, там дети замерзают. Дети инвалиды, грудники. Жанну Белик знают и корреспонденты «Радио Свобода», и запрещенного в стране интернет-ресурса «Каспаров.ру», и журналисты федеральных каналов. Ютуб переполнен роликами с ее участием. Я даже падаю иногда вот тут вот. Если скользкие носки или скользкие тапочки, я падаю вот тут вот. Это она жалуется на беспредел властей корреспонденту НТВ, забыв упомянуть, что квартиру в новом доме она получила в ноябре. В последнее время маниакальное упорство митингующих напрягает даже тех, кто вначале их поддерживал. Посмотрите, как не нравятся вопросы о митингах члену ЦК КПРФ Вячеславу Тетёкину. Я не говорю о том, что каждому из них немедленно нужно выдать сейчас по квартире. Я не утверждаю вовсе, что они все такие бессеребренники, которые, так сказать, вот готовы переселиться в однокомнатную квартиру с 7-5 человек. Нет, у каждого из них есть свои возможности, так сказать, мотивы. Вот и Соколов Жириновского постигло разочарование. А ведь готовы были стать политическими покровителями тех, кто пытается взять горлом. Те люди, которые пришли ко мне на прием, уже имели на руках решение суда не в свою пользу, так скажем, да? То есть возможности им помочь мне, как депутату, на текущий момент практически нет. Сказал им на приеме и повторю вам, что мы должны любые вопросы, любые проблемы решать исключительно в рамках правового поля. В прошлом году в газовой столице из аварийного жилья переселили 191 семью. Не успели люди выехать, как деревяшки под снос захватили новые хозяева. Самостоятельно подключили электричество, установили новую сантехнику, врезались в газопровод. Самозахват – это есть незаконные действия. Если нарушают законы Российской Федерации, это большое поле деятельности для наших правоохранительных органов. Пожалуйста, их надо привлекать к административной, к уголовной ответственности – и направлять дела в суд. От действий самозахватчиков город несет колоссальные убытки. Но и здесь власти действуют в рамках закона. О сносе домов предупреждают заранее. Для того, чтобы жить в данной квартире, что вы должны иметь из документов на руках? Лицевой счет. Это считается, по-вашему, документ на проживание в квартире? Ну, если у нас нет больше, если нам не дают. Мы уже здесь 15 лет работаем. Кто вам не дает? Нигде не дают. Новые жильцы не спешат собирать вещи. Они готовятся выйти на митинг, а вдруг под шумок им перепадут квадратные метры. Депутат Иванова только руками разводит. Говорит, квартирный вопрос испортил многих. А здесь еще и кукловоды грамотно разжигают социально неустроенных людей. Их используют как марионеток. Я это говорю в открытую, в глаза им скажу. Они не понимают, в какую ситуацию они попали. Если бы им полагалось бы это, они бы получили. Сегодня бесплатно не дают жилье ни в одной стране мира, кроме России. Только в Новом Уренгое в этом году снесут 170 ветхих домов и расселят 406 семей. Это будут те, кто имеет законное основание на новое жилье. Неплохо вспомнить, что округ выкупит его у строительных компаний на деньги налогоплательщиков.